Бен Аффлек и его супруга Дженнифер Лопес разрушили надежды фанатов, мечтавших о том, чтобы актер и его жена перестали ссориться хотя бы на публике. За последние 12 месяцев их много раз заставали за бурными перепалками, то прямо на улице, то на мероприятиях. Вот и в канун наступления Нового года они снова поссорились. Причем их весьма эмоциональную размолвку засняли папарацци, а фото были опубликованы в издании Daily Mail. А ведь как хорошо все начиналось. Незадолго до Нового года Лопес озадачила было своих фолловеров, улетев без мужа на остров Сен-Барк, где она явно собиралась встретить наступление 2024-го. Однако вскоре фанаты певицы вздохнули с облегчением, позднее Бен все-таки присоединился к жене. Более того, когда он прибыл на остров, его с Дженнифер успели заснять